Прекрасная рекомендация. У меня предложение все-таки такое, но очень хочется как-то Василия вовлечь в эту историю. А сколько у нас времени осталось, мы все равно не знаем. Давайте петь. Давайте. Если останется время, мы найдем о чем поговорить. Правильно? Дорогие телезрители, я думаю, что у нас, конечно же, останется время подарить вам подарки. Хотя, слушай, давай это сделаем сразу. Всего три вопроса у нас было. Какому-то из этих людей чудесных надо подарить набор медиаторов от Джо Сатриани и ремень, который, кстати, он же на самом деле, как выяснилось, тоже и разработал, да, это его собственный дизайн, фирма Planet Ways, а придумал Джо Сатриани. Итак, у нас было три вопроса от Олега из Перми про Сида Барретта и Сида Вишеса, от Лизы из города Москва о том, что вот, значит, сидишь в аккаунтах, сидишь, а все равно славы нет. И слава где-то потерялся, значит. Евгений из города Щелково интересовался, что, значит, если украли песню авторскими правами. Кому отдаем приз? Значит, я думаю, что Лизе гитара точно пригодится, потому что одного нет, сидения в аккаунте... не путай, гитару мы уже... Речь идет о медиаторе и о ремне. Отлично, отдадим Лизе медиаторы. Так. Чтобы она не забывала о том, что сидеть в аккаунтах маловато, нужно еще пользоваться медиаторами время. Так, времени. Так. Вот. А ремень кому, чтобы повесился? Нет, ремень парню, который не про Сида Вишеса и Сида Барретта, а про что он там задавал из Щелкова? Понятно. Ну, про авторские права. Про авторские права, да. Лиза... Вот пускай душат, бегает по двору и душат пацанов, которые... Да, соседние, которые играют сволочи его песни так громко, что он слышит, несмотря на интернет. Отлично. Ребят, вот, значит, вы получите эти чудесные призы, а у нас в эфире песня. Прямо сейчас мы практически впервые, можно сказать, в качестве премьеры на телеканале О2 ТВ представим с Василием то, что мы в группе «Таракан» называем акустикой, акустическим сетом. Да. Мало того, мы не просто впервые сейчас на телевидении или для людей, ну, для более широкой аудитории, чем в тот первый раз, представим эту самую, значит, программу. Мы сейчас ее представим даже в еще более урезанном виде. Акустика, как известно, уже сама по себе является неким урезанным вариантом обычного нормального электрического рок-концерта. А у нас сейчас еще более урезанный вариант, то есть акустика, в которой участвуют не все пять музыкантов рок-группы, а всего лишь только двое. Аплодисменты, я думаю, тут все равно звучат, даже если они ничего не споют. Не обращайте внимания, если мы вдруг закроем глаза, это мы кайфуем. Давай. Наши свободы больше не стоят ломаного гроша. Мы можем бегать по кругу, спины друг другу дыша. Время гламурных людоедов прямо здесь и сейчас. Будь осторожен, чувствую кожей кто-то из нас. Кто-то из нас двоих точно сошел с ума. Осталось лишь определить, весь мир или я. Кто-то из нас двоих точно сошел с ума. Осталось лишь определить, весь мир или я. Давай, Васек, жарь. Наши свободы больше не стоят ломаного гроша. Скачут лошадки, бьют пулеметы, и привет мальчишам. Старые трюки, все без обмана, не упусти свой шанс. Ловкие руки, ставки гуманные, но кто-то из нас. Кто-то из нас двоих, come on, people, точно сошел с ума. Осталось лишь определить, весь мир или я. Смотри, им нравится. Кто-то из нас двоих точно сошел с ума. Осталось лишь определить,
весь мир или я. Надо будет снять эту песню на видео и выложить в интернете. Только уже сначала почти сняли. Сначала послать ее себе по почте. Сам знаешь, сейчас как бывает. Наши свободы больше не стоят ломаного гроша. Все, что мы можем, бегать по кругу, дыша. Время гламурных людоедов прямо здесь и сейчас. Будь осторожен, чувствуй кожей, ведь кто-то из нас, кто-то из нас двоих точно сошел с ума. Осталось лишь определить, весь мир или я. Кто-то из нас двоих точно сошел с ума. Осталось лишь определить, весь мир или я. Кто-то из нас двоих точно сошел с ума. Осталось лишь определить, весь мир или я. Кто-то из нас двоих. Вау. Браво! А, имейте в виду, видео, на котором изображено двое мужчин и одна акустическая гитара, будет иметь намного меньше просмотров, чем если на нем будет изображена одна голая женщина без всяких гитар. Да, насчет двух мужчин я бы тоже поспорил. Но, значит, собственно, программа подошла к концу благополучно. Я еще должен был передать привет Марго Рафаэльне. Привет. Марго Рафаэльевна, привет. Дорогие друзья, смотрите нашу программу. Да, она спряталась. Каждый вторник в 20:00. Спасибо. До свидания. До свидания.